Не зря говорят, предпраздничные хлопоты порой приносят даже больше радости, чем сами торжества. Наступает время сюрпризов и секретов, покупок и приятных подарков. Чувство праздника, Нового года и Рождества живет в сердцах миллионов людей, которые своей добротой и лаской, нежностью и искренностью создают в городах атмосферу домашнего тепла и уюта. Первым вестником торжеств стала предновогодняя ярмарка, которая распахнула двери для всех желающих по традиционному адресу – по улице Гоголя. Великолепие шаров и гирлянд, разнообразие мишуры и игрушек приятно порадуют не только красотой и изяществом, но и демократичными ценами. Наступающий Новый год – год обезьянки. Подготовились, но старались покупать товар, приобретать товар, доступный людям по цене, чтобы недорого было, каждому доступно было. Ну и ждем от Нового года удачи, здоровья, счастья. С наступающим Новым годом! Полный ассортимент товаров будет радовать гостей и жителей областного центра до самых праздников. К слову, здесь же, на предновогодней выставке-ярмарке, уже совсем скоро появятся живые красавицы ели – главные символы рождественских и новогодних праздников. А тем, кто по разным причинам не сможет порадовать себя запахом хвои и леса, на помощь придут сотрудники Брестского ЦУМа. Здесь в отдельной секции разместилась целая площадка с искусственными красавицами разных цветов и дизайнерских решений. Кроме того, своих покупателей универмаг радует изобилием сувениров и новогодних игрушек, а также скидками и специальными предложениями, как и другие объекты торговли города. Торговые организации города к Новому году готовятся заранее, буквально с сентября месяца. То есть это накапливается специальный товар новогодней тематики, игрушки новогодние, украшения. И кроме того, что у нас с 15 ноября открылись отделы по продаже искусственных елок, новогодних игрушек, сувенирной продукции новогодней тематики в Короне, в Евроопте, в ЦУМе. Нас уже не удивляют оттепели в канун Нового года. И окна с красивыми зимними рисунками стали настоящей редкостью. Зато пушистая мишура, новогодние игрушки, сверкающие шары, игриво подмигивающие гирлянды и уже совсем скоро красивое световое оформление города поднимают настроение и напоминают, что скоро Новый год. Ведь главное не то, как мы встретим праздник, а то, насколько позитивно мы будем смотреть в завтрашний день.